Всем привет! Сегодня мы находимся в прекрасном месте Сареево Ресорт. Очень красивое место по своей природности. Сейчас в Москве этого очень мало, и очень здорово, когда свадьба, а сегодня именно свадьба здесь состоится, проходит именно в таких местах, что позволяет нам как раз-таки реализоваться как оформителем, не только как ивентером и организатором. Вот сегодня мы приехали на монтаж достаточно рано, около 5 утра. Мероприятие будет продолжаться до 12 часов, после чего демонтаж. Так что, в общем-то, на свадьбу уходит достаточно много времени. Но когда появляются интересные проекты, нам очень всем нравится, самим интересно делать, что-то придумывать и не работать по шаблонам. Работает нас здесь сегодня 8 человек. Самым сложным, один из сложных таких моментов, это был монтаж моста. Несмотря на то, что там не так много цветов, но трудозатраты были очень высоки. И это нужно учитывать обязательно. Очень много чего можно задействовать для оформления. Иногда мы прибегаем и, в общем-то, к натуральной зелени, которая растет в лесах, что дает дополнительного колорита. Подготовка к свадьбе была достаточно длительная, потому что было очень-очень много мелочей. За исключением там буквально 20 стульев, которые мы взяли в аренду. Все остальное, все нашими силами. Все покупалось, делалось вручную очень много. И у нас уже накопился багаж, собственно, своих и чехлов, и цветов, и каких-то конструкций. Так что, как видите, можно от работы получать не только достаток, но и удовольствие, потому что находимся мы под солнышком на природе, наслаждаемся красотой, которую наблюдаем вокруг, ну и, собственно, тем, что мы делаем. Это здорово, когда удается совместить и то, и другое, и поработать, и насладиться. Так что, ребята, дерзайте, можно начинать с небольших каких-то проектов и привлекать дополнительные силы. То есть это в этот раз, да, мы своими силами обходимся, но зачастую, если у вас нет таких масштабов, всегда можно найти партнеров. Любой оформитель с удовольствием вам даст что-то в аренду, что-то подскажет. Ну и плюс ко всему, люди фрилансеры, их никто никогда не отменял. Так что, ребята, дерзайте, приятное с полезным, это круто.